Скажешь, Андрей, скажите, пожалуйста, эзотерически объяснить, когда ломаешь руку или ногу, или это просто невезение? Когда вы ломаете руку или ногу, то это является элементом программы вашего надуманного желания. И вы его придете к нему, если не будете страдать, а будете эти стенания боли посвящать быстрой реализации вашего желания. Так и говорите, ой, болит рука, посвящаю это своей реализации задачи. Ой, болит рука, посвящаю это реализации своей задачи. В самом начале об этом всем рассказал.